в Мерке жили эвакуированные. Вот. И нас обучали учителя из Киева, из Харькова, люди с очень большой такой культурой. И мы сразу вот буквально, я, например, сразу почувствовала вот эту литературу, я знала наизусть все эти стихотворения. И вот до сих пор я помню стихотворение «Емшан», которое я потом Асеньке вспомнила через 50 лет и прочитала это стихотворение ей, «Емшан Майкова». Потрясающая вещь. А потом, когда уже другие учились, они в их учебниках литературы уже этого стихотворения не было. «Емшан». Степной травы пучок сухой, он и сухой благоухает, и разом степи надо мной все обаяние воскрешает. Когда в степях за станом стан бродили орды кочевые, был хан Отрок и хан Сырчан, два брата батыры лихие. И раз у них шел пир горой, велик полон был взят из Руси, певец им славу пел, рекой лился кумыс во всем Улусе. Вдруг шум и крик, и стук мечей, и смерть, и ад, и нет пощады. Все врозь бежит, что лебедей, ловцами спугнутое стадо. То с русской силой мономах всесокрушающий явился. Сырчан в донских залег милях, Отрок в горах кавказских скрылся. И шли года. В степях гулял лишь буйный ветер на просторе. Но вот скончался мономах, и на Руси туга и горе. Зовет к себе певца Сырчан, и к брату шлет его с наказом. Он там богат, он царь тех стран, владыка над всем Кавказом. Скажи ему, что бросил все, что умер враг, что спали цепи, чтоб шел в наследие свое в благоухающие степи. Ему ты песен наших спой, когда ж на песни не отзовется, свяжи в пучок емшан сухой, и дай ему, и он вернется. Отрок сидит в золотом шатре, в круг роя обхазинах прекрасных, на золоте и серебре князей он чествует подвластных. Введен певец, он говорит, чтоб в степи шел отрок без страха, что путь на Русь кругом открыт, и нет уж больше мономаха. Отрок молчит, на братнин зов одной усмешкой отвечает, а пир идет, и хор рабов его, что солнце величает. Встает певец, и песни он поет о былях половецких, про славу дедовских времен и их набегов малогетских. Отрок угрюмый принял вид, и на певца, не глядя, знаком, что повели его, велит своим послушливым кунаком. И взял тогда травы степной пучок певец и подал хану. И смотрит хан, и сам не свой, как бы, почуя сердце рану, за грудь схватился. Все глядят, он, грозный хан, что это значит, он, пред которым все дрожат, пучок травы целуя плачет. И вдруг, замахнувши кулаком, «Не царь я больше вам отныне!» — воскликнул. «Смерть в краю родном милей, чем слава на чужбине!» Наутро чуть осел туман, и озолотились горы вершины. В степях идет уж караван, отрок с немногою дружины. Минуя гору за горой, все смотрит, скоро ль степь родная, и вдаль глядит травы степной, пучок из рук не выпуская. Вот это стихотворение я пронесла через всю мою сознательную жизнь. Вы знаете, потом я его очень много искала, нигде не могла найти. И потом только-только, тогда я уже забыла автора, но потом все восстановила, нашла это стихотворение. Вот, и потом «Емшан»
Вообще это полынь. Ем, вот я так подумала, ем это лечебная какая-то трава. Шан, ну, пыльца, видимо, этой травы, емшан. И я вот всегда даже свои какие-то действия сопоставляла вот с тем впечатлением, которое я получила от стихотворения. Аманда Самар.